Тюменская область в два раза увеличила финансирование на приобретение препаратов для тяжело больных пациентов с диагнозом онкология. Лекарства закупят на сумму более 30 миллионов рублей. Это будут современные препараты и не только инъекционные формы. Лекарственные средства, не требующие его введения с помощью шприца. Это гораздо удобнее для пациента, и длительность применения этого пластыря одного может быть там до 3-5 дней. Инновационные лекарства поступят и для пациентов Тюменского хосписа. На этой неделе тема открытия новых таких центров поднималась и на уровне федерации. Землю под строительство хосписов в России, возможно, будут давать бесплатно. Инициативу общественников на этой неделе обсуждают в Государственной Думе. Первое чтение соответствующего закона состоялись в понедельник. Сегодня последний день внесения поправок и подготовка ко второму чтению. Общественники ждут от депутатов положительного решения.